Сегодня многие люди ориентированы прежде всего на материальный успех, а для некоторых становится даже не так важно, какой ценой он дается. Но профессия учителя продолжает требовать от тех, кто посвящает ей свою жизнь, высокой нравственности, самоотверженности, подвига. Поэтому церковь с особым теплом относится к педагогам и в день их профессионального праздника спешит поддержать их в их нелегком труде. О дне учителя в Новосибирске расскажут наши коллеги. Накануне Дня учителя в молодежном театре «Глобус» состоялось торжественное собрание, посвященное международному празднику. Большой театральный зал был переполнен. На торжество были приглашены заслуженные учителя, наставники, ветераны и совсем молодые, только начинающие свой благородный путь педагоги. Учителей и преподавателей поздравили представители власти, депутаты. С профессиональным днем учителей поздравил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Позвольте от всего сердца поздравить вас с нашим общим праздником Днем Учителя. Учительство является важнейшим служением человечества. Не напрасно труд педагога остается одной из самых благородных и уважаемых профессий. В жизни каждого человека именно учитель играет большую роль, помогая стать не только грамотным и образованным гражданином своей страны, но и способствуя возрастанию наиважнейших качеств. Труд педагога прекрасен, но он требует внутреннего подвига. Без этого подвига невозможно передать свой внутренний мир тем, кто со вниманием следит за каждым словом учителя. А ведь лишь личным примером педагог сможет уберечь своих учеников от непоправимых ошибок и поможет им сделать правильный жизненный выбор. Любые успехи вашего труда – это вклад в будущее нашего Отечества, нашего народа. Своих учителей человек помнит всю жизнь, не случайно, ведь вкладывая воспитанников знания, невозможно не вкладывать в них частичку самих себя. И эта великая миссия воспитания новых поколений неизменно достойна долгой памяти и большой, великой благодарности. Разделяю с вами, дорогие учителя, радость профессионального праздника, позвольте пожелать вам крепость душевных и телесных сил, счастья, долголетия, а также радости сердечного отклика на ваши труды со стороны ваших учеников. Да хранит вас Господь! С праздником!